сегодня, 15 сентября 2017 года, космический зонд «Кассини» завершит свою легендарную межпланетную одиссею. Аппарат войдет в атмосферу Сатурна и сгорит, передав на Землю последний сигнал с ценными научными данными о составе атмосферы газового гиганта. Миссия «Кассини» задумывалась, планировалась и осуществлялась на протяжении 40 лет. Для тысяч ученых, инженеров, программистов и просто увлеченных астрономией людей не только в США и недрах НАСА, но и во всем мире «Кассини» стал делом всей жизни. Этот аппарат собрал данных о Солнечной системе больше, чем все остальные проекты вместе взятые. Космический зонд был запущен в космос в 1997 году. 30 июня 2004 он вышел на орбиту Сатурна и находился там в течение 13 лет, передав на Землю огромные массивы бесценной информации. В распоряжении ученых оказались около 500 000 снимков Сатурна и его спутников. Была изучена структура таинственных колец, и оказалось, что они образовались значительно позже самой планеты. На спутнике Сатурна Титане обнаружены моря из жидкого метана, а на Энцеладе – океан воды под слоем льда, условия в котором пригодны для существования органической жизни. Предполагается, что последний сигнал от зонда будет получен, когда в Минске будет 14 часов 55 минут. Уничтожить «Кассини» руководство НАСА решило, чтобы избежать столкновения аппарата со спутниками Сатурна и попадания на них земных микроорганизмов.